Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Samsung Galaxy Z Flip, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить полный сброс абсолютно всех данных. Ну, конечно же, включая личных, пароли и там всякого такого. Ну, короче, приготовить телефон к продаже, либо же к возврату в магазин, не знаю. Итак, если вы рутовали телефон, кстати, это тоже сбросится, поэтому имейте в виду. Итак, что же нужно сделать? Вам нужно спуститься вниз, выбрать пункт «Общие настройки», выбрать пункт «Сброс», выбрать пункт «Сброс данных». Ну, можете сбросить карты eSIM тоже, если хотите, но я не буду. Нажмите «Сбросить», подтвердите своим паролем, удалите все. И он говорит, что нужно подключение к Wi-Fi, да, потому что он хочет проверить пароль. Ну, мы подключаемся к сети Wi-Fi, нет проблем, нажимаем «Удалить все». Нужно будет ввести пароль от аккаунта Samsung. Внимание, не от аккаунта Google, а от аккаунта Samsung. После того, как вы ввели пароль, нажимаете ОК. И все, и телефон перезагружается. Это может занять, между прочим, от 5 до 15 минут. Поэтому не переживайте, если вдруг ваш телефон долго не загружается. Все нормально. Ну вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока.